Привет! Расскажу немного об использовании МТ2 меланотан от Канада Пептиц. Использую его 5-й день, дважды побывал в солярии, и эффект уже достаточно заметен. То есть эффект наступил примерно такой же, как от 8-7 где-то так посещений солярия до этого. Загар становится бронзовым и ложится достаточно равномерно. Не знаю, насколько это видно по видео. Но это так. Также хочу выделить еще один очень приятный момент. Это снижение аппетита. То есть заявленный эффект соответствует реальной картине. Будем использовать и дальше. Ну и посмотрим, до какого качества загара все это приведет.